Тонны грунта и асфальта КАМАЗами вывозят с проспекта Блюхера. Здесь, на участке между улицами Русской и Садовой, ведутся масштабные работы по укладке новых теплосетей. Общая протяженность труб – 800 метров, 300 до кольца, остальные 500 за ним. Эта сеть будет проложена к объектам теплоснабжения котельной ВРД. Также она объединяет нагрузки котельной ЛРЗ, 4-й котельной железнодорожной. Планируется эту сеть ввести в эксплуатацию в 2023 году. К работам приступили в середине мая. Стальные трубы в полиуретановой изоляции, покрытые оболочкой, уже доказали свою прочность и надежность в эксплуатации, поэтому применяются и здесь. Предварительно сегменты диаметром 530 мм сваривают, стыки тщательно закупоривают. После окончания подготовки труб теплопровод будут укладывать на глубине в 1,5 метра. Для этого на месте трудятся 3 бригады. Одна бригада, то есть, производит разработку грунта, вывозку грунта, разработку, подсыпку траншей. Вторая бригада осуществляет монтаж трубопроводов, сварку, монтаж трубопроводов. И третья бригада производит изоляцию стыков. Эту теплосеть укладывают под новую котельную, которая будет располагаться в районе улиц Московской и Раковской. Все работы планируют закончить к концу июня, после чего на участок выйдет подрядчик для ремонта дороги и тротуаров. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.